Ребята, всем привет. Так. Ой. Ладно. Сегодня у нас такой очень-очень-очень скромный мукбанг. Из того, что можно кушать мне. Здесь у меня фрукты. Видите, ягоды. Лаваш с авокадо и с творогом. Овощной салат. И все. С того, что мне кушать сейчас можно. Чуть-чуть приболела. Горло. Очень соскучилась. Не хотела снимать такой мукбанг, но думаю, ладно уж. Вода. Что вам рассказать? Обострилась у меня слегка аллергия. Я сходила к врачу. И мне сказали посидеть на диетке. Собственно, все вареное, тушеное. Неделю я уже, да, на ней посидела. Ну, для меня это, конечно, не трагедия. Но тем не менее. Все, овощи стали просто бомбические. Новостей у меня особо никаких. Ну вот, кроме вот этой. У нас наступило настоящее лето, жара. Очень жарко. Сейчас я снимаю, время 8 утра. На улице термометр, ну, градусник показывает 28 в тени. Так, здесь у меня просто авокадо. Был вопрос. Какой у меня рост, какой у меня вес? Мой рост 1,64 м, вес 51 килограмм. Каждый раз у меня нет такого стабильного веса. У меня всегда плюс-минус. Ну, плюс 2-1,5 килограмма, либо минус. Начала я, короче, так плотненько заниматься здоровьем.
потому что, конечно, меня сильно, так сказать, парит эта вся история с едой. Начинаю иногда психовать очень сильно, что делать нельзя. Отказываюсь вообще от еды, думаю, мне проще вообще ничего не есть, чем каждый раз думать, что будет потом. Но иногда все-таки удается успокоиться и кушать. Началось все, я поела, короче, кукурузы. Кукуруза пошла. Купила на пляже. Поела я в тот день кукурузы. Съела, как это называется, блин? Забыла. Короче, орехи в соке. Такая сладость. Чучхела, вот. Все это вот началось. Сезон. Ну, все это продается, все свеженькое. Я вот этого всего решила покушать. Утром я встала. Ну, отеки это я уже устала об этом говорить. Само собой, мне начало обсыпать шею. Вот тут вот все, шею. Все это начало чесаться, короче. К вечеру у меня опять температура. Ну, салат у меня заправлен греческим йогуртом. Ну, соответственно, когда ты себя так чувствуешь, тебе уже ничего не хочется. Ни мукбанги снимать, ничего. А планы все настроила, там продуктов купила. Поэтому вот. Жуем траву. Так. А, значит, клубника такая мелкая, видите, она прям такая темно-бордовая прям. Сладкая. Очень. Я все равно буду снимать мукбанги. Сейчас можешь немножко все это устаканиться. Такая, смотрите, какая внутри, прям черная. Хотела купить арбуз. Убегает. Арбуз этот, господи, чей же он? Азербайджан, по-моему. Ну, короче. Хотела купить, потому что я его попробовала на рынке.
Вообще какой-то просто бомба. Сладкий-сладкий, прям ароматный такой. Пришла вчера за ним. Думала, мукбанг с ним сниму. С арбузом. Пришла. Нам женщина тоже стоит, хочет купить арбуз. Это арбуз. А сзади молодой человек. Такой говорит, не берите. Говорит, я взял. Типа половину. Съел. Ну, короче, с животом у него были проблемы. Что я, что она, мы сразу такие, ой, да ладно, тогда не будем брать. Я думаю, еще мне не хватало. С животом проблем. Ой. Абрикоски. Так себе. Так что, ребят, я пропадать не буду. Может быть, я буду немножко реже снимать. А может, нет. Так, персик. Очень люблю персики. Блин, ну столько сока. Давайте так откушу. Персики уже бомба. Честно, не знаю, чьи персики, но еще точно не местные. Офигенно. Кто-то мне писал, что у тебя за пятна на лице? Это твоя аллергия? Вот это не пятна, ребят. Это называется веснушки. Очень вкусно. Наелась уже. Желудок меньше, меньше стал. Быстро стало наедаться. Спасибо вам за лайки, за подписку. Очень приятно. Несмотря на то, что я не очень прилежный мукбангер, все равно подписывайтесь. Спасибо большое, мне очень приятно. Сегодня такой коротенький мукбанг. Действительно наелась, не хочу переедать. Не хочу шокировать свой организм опять. Ничего не буду обещать, потому что мне уже даже неприятно. Я говорю, что сниму скоро, а пропадаю. Но я надеюсь, что я сейчас войду в колею, все у меня наладится, и мукбанги будут чаще. Всем хороших выходных, отличного настроения, крепкого здоровья каждому желаю. Самое важное в жизни, мне кажется, это здоровье. Когда нет здоровья, вот честно вам скажу, не хочется ничего. Даже порой, открывая утром глаза, хочется опять их закрыть и спать дальше. И спать так, и спать, и спать, и спать, и спать. А тут у меня такой сейчас период депрессивный немного. Потому что все-таки хочется жить полноценной жизнью, но... Но-но...
Ладно, я не отчаиваюсь, не расстраиваюсь. Вам тоже советую, в какой бы ситуации вы ни были, никогда не отчаиваться, не расстраиваться, верить только в лучшее. Да будет так. Всем хорошего настроения, приятного аппетита, кто будет кушать. И до новых встреч, ребят. Пока-пока.